Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bu videoda siz kundalik hayotimizda eng ko'p ishlatiladigan gaplar va eng kerakli so'zlarni bilib olasiz. Agar ushbu videoga bitta layk bosib qo'ysangiz, bizning videolarimizni siz kabi rus tilini o'rganishni xohlovchi insonlar ham ko'rishiga sababchi bo'lasiz. Agar siz har kuni video chiqarishimizni xohlasangiz, muhokamaga o'z fikringizni, hech bo'lmasa plus, minus нукта белгиларини қолдиринг. Ассалому алейкум, бизнинг каналимизнинг обуначилари. Сиз бизнинг каналимиздан нафақат рус тилини ўрганишингиз мумкин, балки Россия ҳудудидаги давлат университетларига ўқишга киришда ҳам ёрдам олишингиз, келажакда ўз касбингизни мутахассиси бўлиб чиқишингиз мумкин. Agarda siz ishlab o'qishni xohlasangiz yoki o'qishga kirgandan keyin qanaqa qilib RVP vid na jitelstvo olish masalalarida savolingiz bo'lsa, ushbu ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali bizning mutaxassislarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Fakultetlar, universitetlar, qaysisining diplomi O'zbekistonga o'tishi mumkin, top mingtaliklar, barcha ma'lumotlarni bizning mutaxassislarimiz sizga berib tanishtirib chiqishadi. Izvinite. Uzr, kechirasiz. Bu so'zimizni biz biror bir joyga o'tayotganda, oldimizda odam turganda uzr so'rab, uni yonidan o'tib ketishimiz mumkin. Shunday holatlarda aytamiz va boshqa uzr so'rash holatlarida ishlatiladi. Не подскажешь? Aytib yubora olmaysanmi? Bu yerda sen shaxsiga nisbatan gap edi. Agar biz не подскажете desak, unda aytib yubora olmaysizmi, ya'ni siz shaxsiga nisbatan murojaat qilgan bo'lamiz. Biz biron bir yangi shaharga keldik deylik, bizga biron bir manzil kerak, o'sha manzilni topolmasdan biron kishiga murojaat qilishda shu gapni ishlatishimiz mumkin. Будь любезен. Ильтифот курсаткен. Йоки. Будьте любезны. Ильтифот курсатин. Бу гаптан кейн одатта біз бірор бір ильтимос маностаги гапна ішлятамыз. Будь любезен. Открой, пожалуйста, дверь. Ильтифот курсат ішкіне очіп юбор ильтимос маносыда. Вахо кезу. С твоего позволения. Сенинг рухсат ингбелян. С вашего позволения. Сизнинг рухсат ингиз билан маносида. Сизнинг рухсат ингиз билан нутқимни бошласам, масалан. Мана шундай ҳолатлар ишлатилади. Прошу прощения. Узур Сурайман. Прошу прощения. Можно мне кое-что спросить у врача? Узур Сурайман. Мен шифокердан бір неманы сурасам майлыма маносыда. Яни шифокерге навбат тұрыпты. Біз навбатта тұрганымыз йоқ, лекен бір малымотны біліп кетішіміз керек. Шундай холатларда прошу прощения. Бу сенге ниспатан хам, сізге ниспатан хам ішлатыладыген гап, яни умуми гап. Разреши. Рухсат бер. Йоки. Разрешите. Рухсат берин маносида. Біз бу гапни көпроқ мана бу жамоат транспортларида эшитишимиз мумкин. Масалан, айтайлик, кимнингдир бекати келди, лекин ўша бекатга тушишда ёнида одамлар бор, шунда разрешите. Рухсат берин деб ўтиб кетади, яъни йўл беринг маносида ҳам ишлатилади. Входите. Кринг. Агар входи десак, яъни те қўшимчасини айтмай ишлатсак, унда кир, яъни сен шахсига нисбатан ишлатган бўламиз. Входите. Агар мана шу сўзнинг ёнига биз не сўзини қўйсак, яъни не сўзи инкор эмас маъносини билдиради. Не входите десак, кирманг. Агар не входи десак,
кирма болады. Набатаге япамыз не мешай. Не мешай. Халакт берма. Не мешайте, десек, халакт бермен маносты келады. Подожди. Подожди. Күтіп тұр. Подождите. Подождите. Күтіп тұрын. Опять. Опять. Бұл сөзіміз яна, яки яна мы маноларда келады. Біздің охангіміз, агер сұрақ шәкілді болса, опять ты опоздал на урок. Сен яна дарске кечікіп келдің ме? Яни бұл такрарланыйоткен холат. Яки опять начинаешь капризничать. Яна әнджіхлікні бошлайапсан ма? Маноста хам ішлатлады. Яки я опять задержалась. Мен яна ушлянып қолдым. Но вот так я помню. Все еще. Все еще. Халхам. Ты все еще не уснул? Сен халхам ухлеп қолмадыңма. Йоки. Ты все еще выполняешь уроки? Сен халгече вазифаларыңны баджарайапсанма. Маноларды хам келады. Почти. Почти. Почти сөзіміз деярли деп тарджима қылынады. Я почти закончил свою работу. Йоки, я почти написал курсовую. Мен деярли курс ішімні йозып болдым манасыды. Достаточно. Достаточно. Етарли деп тарджима қылынады. Бұл сөзіміз жақыл маносты қам ішлатышымыз мүмкін. Масалан, айтайлы кімдір бізіні ұрышайапты, үшінде біз айтышымыз мүмкін. Достатычна, етарли, бошқа гәпірма маносты, туқта маносты ішлатылады. Йоки, мне достатычна пол килограмма сыра, менге ярым кило пшлоқ етарли. Сейчас. Сейчас. Хазыр. Инде сейчас деп кемден кем инсон ишлатады. Бу сөзіміз талафуз қылынгенде шас, шас деп айтылады. Шас я только что вышла из дома. Хозыр мен хозыркина ойдан чықтым. Набаттаги гапымыз только что. Только что хозыргина. Только что проехал мой автобус. Менің автобусым қозыргена өтіп кетті. Тогда. Тогда. Бұл сөзіміз ұшанда, йоки, ұнда маноларда хам келады. Масынан айтайлик. Тогда ты бы не писал ей письмо. Унда сен унге мактуб йозмас идин. Масалан, кумлин бульмагенда маносида. Если так, тогда мы останемся еще на два дня. Шундейма, агер шундей бульса, унда біз яна ики кюнге коламыз маносида. Быстро. Быстро. Тез. Я очень быстро побежал. Мен жүді тез югіріп кеттім. Особенно. Особенно. Айнан. Особенно мне нравится, как она поет. Айнан менге уның күйләші йоқа япты. Можно тебя на минутку? Можно тебя на минутку? Сені бір дақиқаге мүмкін ма? Что мне сказать? Что мне сказать? Мен нема дей, мен нема дейшім керек маноста. Я не против. Я не против. Мен қаршы имасман. Айол хам, еркек хам ішлатышы мүмкін бұл гапны. Я не против.
Я ходила целый час, искала тот магазин, яки тот офис. Я ходила целый час, мен бутун бир саат юрдым, маносида. Ходил, деп еркекler айтады, а кошумчасын кошып, айолар айтады. Я ходила целый час, но адрес все-таки не нашла. Мен бутун бир саат юрдым, амма манзилны барыбир топ алмадым. Угощайтесь. Угощайтесь. Олень, узалень, маноста, яни таом таклиф кылганда. Сиз шахсига нисбатан. Агарда биз сен шахсига нисбатан айтайдиган бўлсак, угощайся. Угощайся, деймиз. Пожалуйста, дайте мне знать. Пожалуйста, дайте мне знать. Ильтмос мені хабардор қылейін, маносыды. Мне очень интересно. Мне очень интересно, менге жудахам қызық. Оставь это там. Оставь это там. Бұны ушайырда қолдыр. Пошли отсюда. Пошли отсюда. Кеттік бұйырдан. Давай поедем на автобусе. Давай поедем на автобусе. Кел автобуста борамыз. Я скоро напишу тебе. Я скоро напишу тебе. Мен сенге яқында йозаман. Бүгінгі мазуымыз манашу геплардан иборат еді. Bizning darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Darslarimiz bilan guruhlarda bo'lishing va albatta like tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.